Весна климатическая запаздывает, а студенческая набирает обороты. Факультеты столичных вузов продолжают бороться за призовые места и переходящий кубок. Будущие журналисты свой концерт отыграли при полном аншлаге. Вот они, заветные минуты перед началом студвесны. Занавес еще не открылся, артисты репетируют танец. Скоро их действо оценят члены жюри и определят, следует ли им быть лучшими из лучших. Их миссия почетна. Именно этой девичьей группе выпала честь открыть яркое концертное шоу. Номер поистине сложный. Каждое движение студентки оттачивали до мелочей. Репетиции позади, впереди только надежда на победу. Молодые артистки признаются, что больше всего они боятся ошибиться, не попасть в ритм музыки. Члены жюри подмечают каждые мелочи. Очень страшно. Очень боится. Нервы, эмоции. Прям так. Надеемся, что все будет очень хорошо. По задумке авторов, девушки в тельняшках – танцовщицы кабаре, где разворачивается эта почти голливудская история. Подрабатывает здесь и главная героиня, она же дочь управляющего таверны. Сюда совершенно случайно забредают двое друзей. Встречают молодых людей с хлебом и солью. Одного из них даже путают с влиятельным олигархом. Бриллиантового магната в одну из лучших таверн пригласил лично ее управляющий. За богатого бизнесмена он хотел выдать замуж свою дочь. Но вот незадача. Девушка успела полюбить случайного гостя. Все студвесны факультета журналистики отличаются тем, что очень яркая любовная линия протягивается от начала до конца. Страшную тайну девушка все же раскрывает. Самозванец и олигарх встречаются лицом к лицу. Влюбленные расстаются. И, казалось бы, надолго. Но финал у этой студвесны довольно предсказуем. Время лечит чувства. Одна случайная встреча, и влюбленные сердца вновь соединяются в одно целое. Факультет журналистики многие называют самой женственной командой ЧГУ. На этом концерте артисты пытались покорить жюри танцами, рок-музыкой и роскошным дефиле. Удастся ли будущим акулам пера занять первое место, покажет время. Впереди выступление еще 8 команд. Среди них признанные лидеры. За приходящий кубок все готовы сражаться до последнего. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика.